Уже в ближайшие выходные мужская и женская волейбольная команда клуба «Тюмень» стартуют в чемпионате высшей лиги А. Задача минимум должна все-таки быть попадание в восьмерку, то есть в нашей группе быть минимум четвертой, чтобы попасть в финал за первое восьмое место. А там уже в этой восьмерке уже смотреть, с какими очками туда придем. В женской лиге А участие примут 9 команд. У «Тюмени» в межсезонье сильно сменился состав, плюс новый главный тренер. Главная задача, моя как капитана, это, наверное, поддерживать рабочую обстановку, да, в коллективе хорошую, позитивную. Вот, ну и в целом от команды, я думаю, самое главное – это работа, положительный настрой. Ну и, конечно, хочется максимальные позиции, да, занять в чемпионате. 2 и 3 октября женская «Тюмень» дома сыграет с московским «Лучом», а мужская померяется силами с «Тарханом» и «Стерлитамаком».